Как вам такой формат видео? Нравится, нет? Надо было. Стань вот там, где ты раньше камера стояла. Я еще один раз поворот сделаю. А, давай. Что? Фига. Волты потерял. Жестко. Я еще раз поворот будет проходить. Сейчас посмотрим, как это будет. Где вывалился болтик? Фига! Вот это поворот! И чё, подошёл? А, близко подошел? Вижу. Вот это круто. Ушел в точку. Я бы его не догнал. Летит. А что ты не попробовал? Сейчас вот. Поворот? Да. О, ё-мо, это такая шлейф такой грязи полетела. Красиво. Попробуй. Да, он после трех стопки. Как поехал, так не беда, наверное. Да ты чё? Я такой. Так ты поставь его наискосок, не по прямой, потом выровняешь. А я его выровняю? Ну да, может и не выровнять. Давай, что ты, до конца вниз и тихонечко совсем. О, все. Значит, не до конца вниз получилось. Еще вниз. Еще прокати, еще вниз. Может, она не... Все. Нет? Хорош, что ты куда пошел? Да, отсюда. Работаем. Ну сними его. Надо было глянуть. Это что? Ну-ка дай-ка попробуй. Понял? Нет. Как выключить его? Я там чуть-чуть совсем. Кошмар. Ну, я почувствовал.
Че, ехал, кирпичи роняешь, что ли? Видел передний колесо? Я, блин, видел. Что творишь? Я не думал, что он поднимется. Нифига он тебя поднял. Да. Опасно. Ты че? Посмотришь потом, что делает. Были бы ноги ближе к земле, я бы поднял его на. А тут как на этом, на балансировке. Ну да. Да, зашибись, я аж растерялся. Прикинь, я смотрю туда, а там не видно, что леет-то. Я думаю, может, просто как на сцепление газуешь. Такой, раз такой сюда смотрю, все это летит. Ну, думаю, фига, еще там, а он тебя как будто простреливает выхлоп. Вообще, говорят. Опа! Джек, я сзади. Давай, смотри. Мотни, а я нагнусь. Давай. Давай. Ёбай. Собака. Жил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.